Товарооборот Казахстана и Испании достиг 3 миллиардов евро и продолжает расти, как и число испанских компаний, стремящихся начать работу в нашей стране. За последние 10 лет испанцы инвестировали в Казахстан 170 миллионов долларов, в основном в индустриальный сектор, сельское хозяйство, военно-техническую и транспортную сферы. Один из новых совместных проектов – технологический парк в Астане. Он станет производственной базой для нескольких испанских компаний. Там они будут выпускать продукцию для нужд завода «Тулпартальго», а в будущем и для других предприятий железнодорожной отрасли. Возглавляет этот проект компания RBT Consulting. Во время последней поездки в Испанию первый заместитель министра иностранных дел Рапиль Жошыбаев встретился с одним из ее руководителей. Мы уже 4 года работаем в Казахстане, консультируем предпринимателей, которые стремятся в вашу страну. И могу сказать, что многие крупные испанские компании заинтересованы работать в Казахстане, особенно в индустриальном секторе. Мы открыты к сотрудничеству и благодарны за содействие с казахстанской стороны.